Может, надо закрыть и убить. Сюда, сюда, чупикс! Второй человек нужен. А, там нажать нужно. Не дай бог. Проверим, блядь. Живы оба? Ну, вполне быстренько. Чик. Изи. Изи. Ебать. Куда меня отправляют вообще, блядь? Опа. Алло. Да. Я выполнял задание прям только что. Ты смотри, подожди. У меня вот... Я два... Где нашел? Не понял. А, подождите. Дайте сказать, снизу, вот помните, слева снизу было вот это... Офис. Слева, да. Снизу, да, офис. Там от дерево него еще. Правее, от него, от этого даже здания выходишь, чуть правее идешь, и вот я там нашел труп. Вот, а, в этом, где дерево, там был Хопкинс, я видел, да, и Чупикс. Да, я был возле вот. Дерева сейчас. Чупикс меня видел, что я был возле дерева. Я видел Хопкинса. Я видел и Хопкинса, и Чупикса. Джонни и Ураган не видел. Но с Ураганом и Хопкинсом мы сначала вместе были, я, бля, хотел как-то забайтить, чтобы никого... Потом я вернулся, никого нет. Я одну хуйню не понял. Я был с Джонни и Хопкинсом. Я вижу, как Хопкинс идет выполнять задание, хуяк он у меня просто пропал, блядь. Вот просто... Да, вот, я вот пошел выполнить, и вы вдвоем пропали. Нет, мы с Хопкинсом отошли, типа, от тебя. Ты его бежал вниз, мы с Хопкинсом влево пошли. Угу. Так. Типа, Хопкинс прям вот у меня, я вижу его. Смотрите, что я хочу сказать. Слева снизу есть здание, есть, короче. Туда зашел Хопкинс, и я зашел туда выполнять задание. Да. Потом справа вылез Асси с правой стороны. Потом он ушел в правую часть и нашел руку. Короче, я хочу предположить, что это Асси. Смотрите, я сейчас еще раз объясню. Я захожу в эту комнату, короче. Выполнил. Смотрите, я выполнил задание. Увидел Хопкинса, там тоже вроде что-то выполнял или что-то стоял. Ну, Хопкинс вроде точно выполнял. Чупикса тоже видел. Выхожу в правую сторону и прям возле здания мертвый. Аси, какие задания ты выполнил сейчас? Я выполнил там, где нужно электричество включать. А что там им нужно сделать? Ну, блядь, провода, брат. А, все, провода. Еще что? Все. И вот выхожу, фрип. Я воду перевел. Тут просто... Не, я тут не могу знать, где ты находился, Джонни, в этот момент. Я сначала был с Ураганом и Хопкинсом. Вот сейчас, под конец. Где это? Сканирование было справа. В самом правом. Вот или скип? Мне кажется, либо Чупикс, либо Хопкинс. Я скип. Скип. Я скипаю тоже. Бля, Джонни, если это ты, я тебе с Алиэкспресса... Все, итоги, все, когда красный, все, мутимся. Давай. Карту. Блядь. Ебать. Так, живые все? Так, Чупикс. А я все задания выполнил, все, я со всеми бегаю. Я на репорт готовлю. Все, я все выполнил. Все, мне кажется, Аси проебал. Ясь. Просто так не получится. Сейчас, прикиньте, мисс кикнет, блядь, и все. Я тоже все выполнил, Ураган. Че? Блять, это Аси, это 100% Аси, я сейчас скажу, почему. Он одно задание блядское выполнил. Он одно блядское задание выполнил, он бы, типа, не с нами бегал. Так, сейчас. Я хочу вкинуть срочно, прям срочно. Давай. Аси одно задание сделал, и он все это время с нами бегает и не выполняет нихуя. Нет, все это время. Нет, вот нет. Эта хуйня, вот это не аргумент, потому что я также бегаю сначала с Чупиксом, жду, когда он выполнит. Допустим. Ураган, да, просто да, я все задания уже выполнил, я успел все выполнить. Я тоже все. Меня сейчас просто закрыло в комнате. Из-за этого саботажа дверь заблокировалась, я не мог оттуда выйти чисто. А, смотрите, я вот так скажу, почему я бегал сейчас сначала, почему-то, блядь, я подозревал, типа, Ураган или Джонни, потому что один из двоих... Я поэтому с вами бегал, но я с вами двумя ходил. Я скорее тебя... Я ждал, пока Ураган выполнит свои задания, Джонни, а потом, Джонни, чтобы пойти. У тебя было задание с переливанием воды? Нет, не было.
У меня, я тебе сейчас скажу, карточкой провести мне нужно было рычажок нажать, сканирование в правом вообще углу, вот, когда у нас голосование началось, у меня было сканирование у меня. Карточка у меня тоже была с карточкой. Я пока электричество сделал, все. А потом, ну, то есть до момента, до трупа я электричество сделал, и сейчас бегал вот чисто с ураганами Джонни. Слушай, нам надо как-то упорядочить это, порядок, ну, типа реплики. Какая-то хуйня началась. Это общее голосование, типа так. Да-да-да, и я какая-то хуйня сейчас началась, какой-то саботаж, блядь. Не был Хопкинса и Чупикса. Саботаж можно, да, потому что я был заблокирован в комнате. Я так понимаю, с любого конца карты можно саботаж делать. Я хер его знает, я не делал ни разу. Тоже не знаю, блядь, меня вы вообще до этого гасили просто. Аси прям с самого начала за мной побежал. Я максимально пытался от него съебаться. Вот я... Единственное, кого я не подозреваю, это Чупикс. Потому что мы возле дерева увиделись. Но я не подозреваю, ну типа не знаю, либо Ураган, либо Аси, это единственное. Хопкинс, подожди, Чупикс. Не, Ураган, если был бы, он бы меня убил. Мы вдвоем бегали. Так я, потому что рядом был Аси постоянно. Не, до тебя мы Ураганом бегали. Ураган. Ты веришь Хопкинсу, то что он белый игрок? Не знаю. Бля, вообще сложно тут, сложно. Нет, для меня самые черные... У кого задания остались? У меня остались задания. Все, идем с Аси и Хопкинсом, пусть выполняют. Все, все вместе. Все, пошли. Давай. Давайте. Нас пока много, кстати, живых. Примерно. Гениально, это же гениально, блядь. Сейчас со всеми просто всех проведем, блядь, и все. Все, входим, давай. Хопкинс, пошли. За Хопкинсом, Давай, пошли. Все. Чел проебал, все. Он ничего, никого не убьет. Хопкинс, тут куда побежали? Алло, блядь. Ладно. Все, вместе. Аси выполняет. Давай, Аси. Подожди. Что, он делает вид, что ли? Да он ходит туда-сюда, он делает вид. Он туда-сюда ходит, блядь. Ну и что? Давай, Ася, да пошли. Сюда. А, походу, вообще пиксел. Может, нас закрыть и убить? Блять, пошли. Сука, пацаны, пошли. Нам нужно закрыть надо. Сюда, Чупикс! Блять! Все отлично тут. Второй человек нужен. А, там нажать нужно. Я понял. Блять, не дай бог, нах. Нажмите. Бля, я должен нажать. Все, кто тут не нажал? Сейчас, надо спросить, кто у кнопки был. Все, выполните, давайте. Я все нажимал, блядь, только не смейте пиздеть. Не смейте, нахуй, все вместе. Это я нажал. Стой. Сразу расскажу. Я сначала не понял, как нужно проходить. Я нажал на эту кнопку, и там ожидание второго человека. Слева вот, никого не было. Кто был? Вы зачем все ходите за Аси? Вы зачем все за ним ходите, блядь? Мне одно задание осталось сделать. Аси одно выполнил. Да это Аси убийца, блядь. Мне одно задание осталось сделать. Голосуем тогда, Вася. Ебанутый, что ли, блядь? Все, Вася. Все, это Вася. Давай, блядь, я не одно задание выполнил. Я сейчас больше сделал. Я сейчас при вас, вы со мной ходили, алло. Вот вы понимаете то, что Ася вы сейчас со мной ходили. С карточкой. Очень жестко проебался с карточкой, потому что он... Какой карточкой? Который надо чел. Было купить. Он даже не с карточкой проебался, он, блядь, полчаса топтался у того монитора, который тупо пульс показывает. Да, блядь, сука. Там фейковые задания. Блядь, ну я с самом начале сказал, что это Ася, самым. Выходите. Он у этого монитора торчал, блядь, где-то. Да, кстати, у монитора, потом туда-сюда пошел, думал, ну, блядь, ну не может такое быть. Прикол в том, что этот монитор, он тупо пульс показывает, он для всех, типа, доступен. Да? Да, он общий пульс показывает, блядь. Там шкала не как-то поменялась. Блядь, два предателя, ебать же. Эйм на высоте, блядь.
смей меня убивать. Трупа нет нигде? Хопкинс стоит АФК, блядь. Роганчик на месте, трупов нет. Бля, Фрип за мной бежит. Я боялся, блядь. Я хочу труп найти. По-любому кто-то умер. Бля, Ася может и в вентиляцию ушел, либо сюда. Ну, бля, не знаю. Тоже гнать. Тупо. Бля, гениально, конечно. Опа! Блядь, прям в углу нашел труп. Хорошо. Я слышу. Смотрите, где нашел труп? Я скажу как. Идешь направо после вот этой нашей столовой, главное, чуть вниз и прям за углом нахуй. Прям за углом. Это я еле заметил. Я... Справа? Да, карты. Справа вниз, вот так. Не прям я супер вообще, право, не супер право. Со мной сейчас был. По центру Фрип со мной стоит. Я Сася сейчас. Я вижу сейчас Чупикса и Джонни, типа, вон там сейчас слева, когда я пробегал, они... Не, я с Хопкинсом был. А, нет, подожди. А, это вообще другое. Не-не-не, я видел единственное, я астероиды хуярил, типа, стрелял по астероидам и видел Аси. Это единственное, кого я видел. Хопкинс стоял АФК, видел, все. Ну и Фрип там, типа, да, Фрип, ты сам видел. В центре зала, я в карте был. Фрип, ты сам видел, я боялся тебя и убегал от тебя. Я тоже от Фрипа, я сейчас... Ну я сейчас Сася в этом, в управлении. Можно я скажу? Давай. Я переливал канистры и видел, как Хопкинс сначала выполнял задание, по-моему. Я объясняю... Ну, с левой стороны карты, правильно? Да. Вы не заметили, он сейчас так вкинул, типа, в защиту Хопкинса, типа, может быть, они союзники. Блядь, два же, два, сука! Блядь, реально! Слушайте, потенциально, вы сейчас тоже вкидывали друг на друга, да? Я ни с кем не в сговоры, если что. Я тоже, блядь. Я сейчас от Фрипа далеко стою сейчас. Я на расстоянии стою. Подожди, я был в Сова, я сначала со всеми вами бегал, я сделал 3 провода и 1 пробирки. Я сейчас бежал в другие задания, у меня 46 секунд было. Забаньте этого челика, плюс. Да, нахуй. Сам Вэлла, который там против Джонни. Только это, не читай, типа, слух. Ну, не читай чат. Короче, я почему-то, вот я только сейчас, я понял, да, Чупикс и Хопкинс, потому что ой, два да. же этих, блядь, и... Нет, это не, ты не прав, Джонни. Я не знаю, я в Хопкинс. Давайте Хопкинс. Опа, Джонни Ураган. Ася, давай. Это Джонни Ураган. На следующий Хопкинс, Чупикс ебаш. Это Чупикс и Хопкинс. Ой-ой-ой. Я против Джонни. Слышите? Вы слышите, блядь? Джонни и Ураган, Джонни и Ураган. Короче, Ураган в фрипасе. Вы запомните, просто давайте сейчас вместе ходить, вместе заданием помогать. Мод. Блядь, это же пиздец тяжело, я вообще забыл, что два. Так, Фрип, Ураган, все, мы вместе, нахуй. Блядь, ну Фрип, ну ебаный рот. Блядь, там метка. Стоп, а что он здесь забыл? А, он выполняет, все нормально. Так. Блядь, труп, надеюсь, не будет ничего. Бля, вот прям за угол, туда-сюда нас. Это труп? Нет, это не труп. Ну, он может быть задание выполнил. Бля, Ураган, не-не-не, Ураган. Бля, Чупикс, ты где? Бля, в соло тут. Сука, я боюсь его. О, Аси. Так, пошли сюда. Все выполняем вместе. Ну, бля, Аси выполняет. Стоп. Блядь, пацаны. Вместе. А, все, я выполнил. Пойдем. Бля, Ураган за мной ходит, я боюсь, пиздец. Вот лучше с Аси бегать. Пусть задание выполняет. Так. Хопкинса нет. Блядь, они же вдвоем могут отхуярить. И все. А че Аси встал? Так, задание выполнил там. Либо Хопкинс, либо Чупикс, потому что полоска была. Это 100% они выполнили. Ну, типа, кто-то один из них. В этот момент со мной был Фрип и Ураган. Бля, ну если они вдвоем, ебаный рот. Бля. О, Хопкинс пришел. Так, а Чупикса нет. Во, Аси выполнил только что. Аси. Блять. Надо найти труп Чупикса. Я уверен, Чупикса ебнули уже. Блять, Аси, пожалуйста, выполняй быстрее, нахуй. Блять, урод. Блять. Я, сука, просто прикол в том, что был, короче, я справа, ну, не было Хопкинса и Чупикса, и вижу шкалу, блять, кто-то из них выполнил, и кто-то из них, блять, ой, блять, с двумя. Вы проиграли, пиздец. Да? Да, с двумя пиздец тяжело. Давайте с одним, но всемиром. Да. Мне кажется, намного. Да не, мне кажется, можно выиграть двоих. Ну, давайте еще поиграем, попробуем. Play again, нажмите. Что ты говоришь?
Я говорю, меня через течение 10 секунд... Я твой труп нашел сразу. Он забежал за куток какой-то, блядь. Лайген. Когда кто-то стреляет с пушки, то можно... Хопкинс. Никого здесь нет? Вентиль? Блядь, два вентиля, серьезно? Что? Кто это сделал, блядь? Это получается всех сбор... Блядь, если это сбор был, надо было фри поебнуть. Саботаж. Кого сейчас сделаем? Надо кого-то прям поймать. Прям за жопу. Ураган за мной начал бегать. Ураган со мной тоже бегал, но типа он меня не ебнул. Бля, вы просто так что ли созвали? Отвечаю, сейчас. Это Хопкинс, отвечаю просто. А знаете, давайте я объясню. Не, Хопкинс тоже бегал. Галич, мы возле, мы рядом с тобой, Соло. Подождите, подождите, дайте кину в защиту. Меня Галич сказал, что это я. Мы рядом с тобой пробегали раз 40, блять, в Соло, и рядом никого не было. Ты один раз пробежал рядом со мной, но я в тот момент был с Аси и с Чупиксом. Ты сейчас, пробежал по коридору. У Чупикса мегафон, пусть он скажет. Да, я нажал на кнопку, знаете почему? Ну-ка. Я сделал задание, пошел делать другое задание и смотрю, за мной один ураган бежит. Вся толпа убежала вниз, и за мной начал один ураган бежать, меня это смутило. Я начал вокруг кнопки бегать, там круглый стол, я начал вокруг стола бегать, и он начал вокруг меня бегать. Объясняю, зачем это делать? Давай ураган пусть скажет. Ты сделал вот какую-то хуйню, самое первое задание. С этого ты только один там ставил. Я тебе поверил, и я начал с тобой бегать за твоими миссиями. Зачем ты начал бегать вокруг стола за мной? Не, я в защиту урагана могу сказать, что он за мной тоже дохуя бегал, типа, пока я файлы скачивал, он около меня стоял. Он прям за мной вокруг стола. Но, он за мной тоже бегал, типа, я думал, это ураган. Если ураган бегал, но никого не убил, он никого не убил. Все живы. Да. Хорошо, можно вопрос один задам, Гличу? Когда началась вот эта вся хуйня, потасовка, да? И все побежали в главный отсек. Все собрались возле этой большой, блядь, хуйни. И ты почему-то убежал направо и вниз. Почему? Меня тоже у нее не было. Я задание за мной был. Когда код надо было вписывать, верно? Ты про это? Ну вот это, когда мигало все красным, блядь. Ну, я пошел на код. Я единственное, что выполнил, я выполнил только код. Вот потому что сейчас я искал всех. 95 в конце, честно. Я мусор выдавал. 2-2-0 что-то там. 2-8-3-0-0 был код. Да-да-да, вот. Вот. Нет, там другой был. 2-4-4. Нет, 2-2-0 что-то там. Что, не, у каждого разный, по-моему. Окей, я пока скипану. Я вам еще раз объясняю. Я за Чупиксом, я бегаю за людьми, которым я 100% верю. Ураган. Типа, лучше задание, типа, я не знаю. Чел, я не знал, что ты делаешь. А давайте его выполним просто. Все, мут. Есть полоска. Мы выиграем тогда, если полоска сверху заполнена. Надо как-то их выиграть. Ебаш, 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 ебаш. Ебаш, ебаш его. Сука, Хопкинс. Тебе КД, что ли? Красавчик. Блять. Тебе КД было, да? Бля, я сейчас говорю, короче, типа. А я сейчас говорю сейчас. Хопкинс, ты тупой, почему ты мой трупак заметил, ничего не сделал? Я так и знал, что это Хопкинс, потому что я каждый угол как не пройду, он за углом шкерится. Давайте, пусть один будет, пусть один. Хопкинс тысячу раз мимо меня пробежал и не убил, блядь. Ну, вдвоем интересно, потому что у меня КД шло, я не мог этого сделать. Джонни только что кого-то ёбнул, и меня типа отчёт. Да, я оси ёбнул, и типа, смотрю, Глич не заметил, трупасик.